У нас продолжаются трескучие морозы. Прямо сейчас на улице минус 35 градусов. Ну и дабы было комфортно находиться во дворе, мы возвращаемся к истокам и одеваемся в традиционную одежду. Вот, хожу сейчас пока в Бекеша. И пока еще у нас морозы, решил я провести один очень интересный эксперимент. У нас есть снегоуборщик. Интересно, заведется ли он в такой мороз, будет ли он работать или не будет. Давайте мы Вместе и посмотрим. Если кто не верит, вот он термометр. Минус 35, даже уже минус 36 градусов. Да, друзья, техника оказалась выносливее меня. Без проблем, благодаря электростартеру, снегоборщик завелся. И, как видите, отлично работает в минус 35 градусов. Ну, у нас вечереет, наверняка, уже стало и прохладнее. Все, может, уже, наверное, 38. Ну, а я что-то уже подзамерз. Надо уже идти домой пить горячий чай. Как видите, техника отличная техника, стоящая, и главное, что ее цена вполне себе недорогая. Если вы хотите приобрести себе снегоуборщик, который работает в любых условиях, даже в минус 35, вот советую. Ссылка на этот снегоуборщик Redwork rdsb 56 56/7E будет в описании под этим роликом. Также хочу отметить, что компания Redwork производит широкий ассортимент электрического, бензинового и аккумуляторного инструмента.